Южноуральцев приглашают на зимние сплавы. По реке Ай любителям экстрима предлагают прокатиться на аэролодке. Это специальная техника на воздушной подушке. Двигатель аппарата находится над поверхностью воды, поэтому она может двигаться хоть по снегу, хоть по льду. Станут ли теперь сплавы по рекам Южного Урала всесезонными и сколько стоит прогулка на аэролодке? Мои коллеги первыми протестировали чудо-аппараты и знают все подробности. В аэролодке есть два мотора. Один отвечает за движение, другой помогает преодолевать препятствия. Например, с помощью него можно даже пройти через глыбу льда. Поэтому кататься на таком судне можно даже зимой. На реке Ай впервые будут проводить экскурсии на аэролодке. Семья Чазовых выиграла грант Ростуризма на покупку скоростного судна. Теперь они единственные на Южном Урале, у кого есть такой аппарат. Зимой на аэролодке можно прокатиться по-настоящему с ветерком. Скорость достигает 100 км в час. Правда, к такому экстриму советуют хорошо подготовиться. Я не знаю, конечно, как там. Есть обогрев, то есть как спереди, так и сзади, но все же стоит одеваться очень тепло. Желательно валенки, шапку-ушанку, теплые перчатки, пуховики и теплые штаны. Правда, езда на чудо-аппарате – удовольствие не из дешевых. За аренду лодки нужно будет отдать около 25 тысяч рублей. За эти деньги туристов накормят вкусным пловом и угостят травяным чаем. А еще проведут по самым живописным местам Южного Урала. Одной из точек окажется Кургазакская пещера – самая большая на Южном Урале. Летом здесь много туристов, поэтому увидеть можно далеко не все. А вот зимой людей практически нет. Сейчас, как вы можете наблюдать, установлены столбы, пробурены столбы для установки лестницы. То есть сюда будет теперь спуск безопасный. С перилами, соответственно, здесь также будет все с перилами. Со специальным покрытием, не скользящим. То есть льда не будет образовываться. Чтобы сделать зимний тур еще живописнее, путешественников привезут на скалу реки Ай. В декабре большие причесы уж очень напоминают норвежские фьорды. Ксения Шитлина, Сергей Олейник, 31 канал.